Добрый день, друзья! Хочу вам рассказать, какую гуманитарную помощь получили мы сегодня из Германии. Это сахар, мука и макароны или спагетти, ну, что-то такое. Как мы узнали, пришел сосед и говорит, там раздают гуманитарку, можно подойти взять. Да, вот, видите, я даже перевела в гугле, вот, сахар. Вот такой килограмм сахара. Это мука. Здесь вот на этой стороне или на другой, на другой стороне даже есть рецепт, как приготовить сырные палочки. Опять же привела в гугле. Надо же, как приятно. Какой сюрприз. И это, ну я назову их спагетти, наверное. Потому что мы такое никогда не покупали, не ели. Вот. Вот видите, какая прелесть. 0,5 килограмма. Так что вот так. Кто бы мог подумать, что будем из Германии кушать продукты. Видите, до нас дошло. Отправили, и мы все получили. Спасибо Германии.